И пользуясь случаем, мне бы хотелось от всех мужчин, присутствующих здесь, наших коллег, во-первых, поздравить всех наших дам, всех наших мам, всех наших девочек, бабушек с наступающим праздником 8 марта. И, наверное, вот эта выставка в канун 8 марта показывает еще раз, что такие произведения могут выполнять только женские руки. И только по мужчинам. Я пока еще как бы мужчин здесь не вижу, и выставку я не обошел. Но если даже делают мужчины, это, наверное, должны быть люди такой утонченной души и утонченной руки и утонченных пальцев, чтобы такое вот, ну, сказать, вытворять, наверное, будет правильно. Потому что это такое творчество. Я вот был еще только в том хвосте нашей галереи, сюда еще не подходил, но были поражены. Вот пока смотрели, пока выставка не началась, какие украшения, какие картины. Да просто фотографии даже люди делают, не нужно никакого принтера. Единственное, просто долго печатать, наверное, да? Долго делать, но зато на века. Я вообще на выставке, вот на такой выставке я впервые. И, наверное, есть люди, которые здесь тоже в первый раз приходят на такую выставку. Я просто в шоке. Очень